Всем привет, это Алексей и канал Простая Кухня для вас. Сегодня буду готовить плов с говядиной. Для приготовления я возьму говядина, рис, морковь, лук репчатый, чеснок, соль, приправы для плова и масло растительное. Мясо нарежу небольшими кусочками. Морковь нарезаю соломкой. Лук полукольцами. С головки чеснока сниму всю верхнюю шелуху, но на зубчики разделять не буду. Хорошо разогрел казан с растительным маслом, обжариваю лук. Лук обжариваю вот до такого состояния. На обжарку ушло 15 минут, мощность плиты средняя. Обжариваю мясо. Мясо буду обжаривать небольшими партиями, чтобы получить румяную корочку. Как только обжарился мясо, отправляю в казан морковь и продолжаю обжаривать. Как только морковка станет мягкая, я заливаю зервак горячей кипяченой водой. И довожу его до состояния густого супа. Добавляю приправу. Как только добавил приправу и все размешал, пробую на вкус. Если необходимо, досаливаю. Убавляю мощность плиты в половину средней. И оставляю томиться зервак на 40 минут. Через 40 минут я добавляю в зервак чеснок. И начинаю закладывать хорошо промытый рис. Как только добавил весь рис в казан и разровнял его ровным слоем, добавлю горячей кипяченой воды. После того, как рис залил водой, я подожду, пока вся вода выкипит с поверхности риса. Как только вся жидкость испарится с поверхности риса, я сделаю несколько проколов до дна казана. Накрою казан крышкой и оставлю на полчаса. Мощность плиты я сделаю еще поменьше, 200-250 ватт. Полчаса прошло, я выключил плиту, достану из плова чеснок, хорошо его перемешаю, снова накрою крышкой и дам отдохнуть 10-15 минут. Плов готов, приятного аппетита и до встречи на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.